Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібір. Дякую, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, залишити коментар, підписатися на YouTube-канал Фабрика Новин. У нашої гості, пані Тетяни Мартинової, також є свій YouTube-канал. Будь ласка, підпишіться і на нього. Тетяна, добрий вечір. Рад видіти, рад вас привітати. Вітаю, пані Юрію. Ви в президенти зібрались? Зробіть правильний вибір, прийдіть на канал Бібіка. За що це таке було? Так, і зараз тільки промоут, більше ніяк. Отличний план, я за вас проголосую. Спасибо огромное, я рассчитывал на ваш голос, спасибо. Как у вас настроение, Татьяна? Как вам, собственно, политические события, которые сейчас мы наблюдаем, анализируем, которые развиваются стремительно? Ну, в частности, там, я не знаю, визит Путина в Пхеньян. Вот вы могли представить, что Путин прибудет в Пхеньян в окружении истребителей, да еще и с такой помпой его там будут встречать? Просто олицетворение диктатуры, не так ли? Я думаю, что это было прогнозируемое, когда Чулпан Хаматовой задали вопрос про Северную Корею. Артподготовка визита Путина и вообще вот этой оськи зла велась очень много лет. Если вы посмотрите опрос, его я не помню чей, но его многие публиковали недавно, который проводили у россиян, страны-друзья и страны-враги. И, в общем, там вот эта промывка мозгов, она полностью, ну, как бы подтверждает то, что за вот эти там 2,5 условные десятилетия власти Путина, Медведева не считаем, этот проходной вариантец все равно играл в те же ворота, в общем-то, сформирована определенная точка зрения пересечного россиянина. Значит, главный враг у него США – главный друг у него – Беларусь. Ну и там дальше, значит, из врагов США, Британия, Германия, Украина. А что вы хотели? Значит, и там тоже Беларусь, братские страны, и там же Северная Корея, потому что, ну, вот так вот сегодня безопасно, прошу заметить, отвечать на опросы в России. Правда это или нет, на насколько большое количество россиян действительно в это верит, не знаю. Тут, как бы, вы же понимаете, делать опросы в России сегодня, то считается то же самое, что делать опросы в Беларуси. Хороший опрос в концлагере под надзором. Хорошо ли вас кормят? Не слишком ли тяжелая у вас работа? А что вы такой худой? А, у вас, наверное, детокс. Так бы тут бы жрали и жрали целый день, пузо нагуливали. Вот, поэтому, ну, то таке. Это по-перше. По-друге, значит, по поводу всех этих замечательных событий, в очередной раз я просто в истерике от российской оппозиции, причем взагалі. Что трапилось? Да что трапилось? Да ничего нового, просто когда что-то случается такое, где нужна какая-то реакция, они всегда лажают. Они всегда лажают. Молодежь, ну вот она еще как-то, у нее хоть какие-то проблески критического мышления. А эти старослужащие, которые это староопы, мозга же нет вообще. Как можно было поддержать, значит, там этих жен войсковых, да, этих, как их, прости господи, чмобиков, да, которые там достаточно долго в Украине воюют, и сказать, поменяйте наших мужей на детей Пескова, да, на вот на этих, на всех, на детей, на Олега Газманова сына, да, кто там, конечно, Газманов, пусть пойдет. И вот я сижу и думаю, это вот прям, это что-то какое-то, еще ум за разум. Подождите, чуваки, то есть вы сначала говорите «нет войне», а потом говорите: ой, какие классные, а точно, а давайте мы отправим в Украину убивать украинцев не вот этих, а вот тех. Что в голове вообще происходит, понимаете? Поэтому очень-очень-очень такое вот все, политические события, что саммит мира обсудим, что мы обсудим. Потому что с Пхеньяном все понятно. Когда, в общем-то, ну уже ж приличные люди, вообще никто руку не подает, вот, теперь Чебурашка... Ну, вообще никакая дворняжка при встрече ничего не дает. Да, конечно. Поэтому
Поэтому, ну что, что осталось, то и... Простите, пожалуйста, носим ношеное, брошенное, да, вот. Мы, кстати, обсудим сегодня обязательно саммит мира. Конечно, я запланировал к темам по обсуждению. Но, слушайте, Татьяна, с вами грех не обсудить антисемитский скандал, в который вляпался буквально Лукашенко. Давайте напомним нашим зрителям, что произошло. Значит, вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, у нас особое привилегированное положение занимает, что они воруют и не думают о своем будущем, говорит Лукашенко. Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, и русские, и поляки, значит. Конец цитаты. Дальше происходят абсолютно закономерные вещи, потому что министр иностранных дел Израиля, Израиль Кац, 16 июня заявляет, что высказывания Лукашенко являются неприемлемыми и возмутительными. Он также добавляет, что они звучат как явные антисемитские комментарии. Более того, там вызвали посла. Ну, в общем, все дальше по процедуре. То есть не успел он как бы выкарабкаться из одного скандала с Арменией связанной, он вляпался в другой. Это будет иметь какие-то последствия? Или на самом деле это, то есть, как бы мимолетная вот такая новость, да? Ну вот появилась, забыли, обсудили и так далее. Или вот с Израилем в этом смысле шутки коротки. Слушайте, ну начнем с того, что он за метлой вообще не следит. И ему, понимаете, в чем дело? Когда у человека пройдены все красные флажки, то уже какая разница, что он сказал про евреев, или про армян, или кому он продал оружие. Это уже все неважно, все в приличное общество не пущают, от дома отказано цивилизованных стран, многовекторность закончилась. Все остальные просто под ковром, да что-то там еще контрабандочка туда-сюда прокатила и так далее. Я по этому поводу анекдот вспомнила. Сейчас я не вспомню, ну, потому что про разные фамилии рассказывают. Значит, Фурцевой, министру культуры же, да, при Сталине предъявляют, или кем там она была, что, смотрите, говорит, что у вас за антисемитизм? Как так вообще можно, британский министр культуры? Она говорит, что это у нас антисемитизм? Вот посмотрите, наш симфонический оркестр государственный, там 30% евреев, а у вас в вашей британской опере? Говорит, я не знаю, мы не считаем. Понимаете, вот это вам весело. А Лукашенко здесь даже не улыбнется, потому что он не поймет, в чем юмор и в чем суть. У этого человека совершенно по-другому работает мозг. Это абсолютнейшие вот, как это, слова слетают, да, вот с языка, не задевая мозг. Вот у него есть, да, как какая-то, вот он, у него есть его главные... нарративы, которые он никогда не путает. А значит, мы за мир, а бы не было войны, это не мы, воно само. И вот помните наше, это я всегда говорю, три ха. Хатынь, хоккей, кто это, и кто это сделал. То есть историческая память, спорт, да, и кто это сделал. Еще Головченко, сюда иди, что у тебя с экономикой? И Головченко такой, Александр Григорьевич, сальдо отрицательное, на 9% мы экспорт увеличили, но денег все равно меньше, потому что товары белорусские никто не покупает, все дешевле. Что такое? Не, у нас очень положительные прогнозы. Мы буквально за 3-4 квартала все поправим. То есть у него сальдо отрицательное, экономика в расцвете. Класс. И вот так вот все. Да, они, конечно, сегодня зарабатывают на куче всяких ништяков, которые они делают для России. Начиная от ВПК, заканчивая обходом санкций, туда-сюда возят и Лукашенко, и Эмираты, и Кыргызстан, Казахстан, и все то, ну, хотя Казахстан в меньшей степени, там все-таки какой-никакой контроль, но тоже там хлопцы многие не спят, и более того, я же говорю, у меня одна моя достаточно, ну, очень хорошая, скажем так, знакомая из прошлого, журналист, радийщик, она сегодня, в общем-то, работает в бизнес-консалтинге в Белоруссии и очень четенько ведет канал по тому, как обходить санкции, что произошло, что хорошего, что плохого. Вот у нее сегодня был замечательный пост. Россия оказалась готова к санкциям, фигня, торги возобновили, да, трошки сложно, но брокеры вышли на работу и вот такое вот. Я так почитываю, думаю, дарлинг, как же мы будем друг другу в глаза смотреть, когда я вернусь на родину? А я вернусь. Причем я передумала возвращаться на танки. Знаете почему? Да, но... так. На танки долго. Загадка. На F-16. Чтоб побыстрее.
Ну, вы знаете, Татьяна, мы можем их и не дождаться, судя по тому, как развиваются события. У меня тоже большие планы на F-16, но, знаете ли, все нам обещают, а самолетов-то нет. И вот тоже вопросик, знаете, почему? Вот я, например, сегодня, кстати, обращался к своим гостям со следующим вопросом. Я найду эту информацию, чтобы не переворать. Значит, по-моему, Устинова об этом заявила. Да, вот сейчас я очень быстро ее найду. По-моему, Устинова об этом заявила. Вот, Александра Устинова, народная депутатка Украины. США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на F-16, говорит она, The Times, это глава комиссии по вооружениям и боеприпасам Верховной Рады. Так вот, она заявляет, что из-за этого к концу года у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей. То есть мы говорим, ребят, смотрите, 10 человек обучаются в Аризоне, спасибо огромное, но нам нужно гораздо больше, потому что вы нам говорите, вот у вас будет много истребителей, но для того, чтобы рулить этими истребителями, нужны пилоты. А вы обучаете всего 10 пилотов, всего 10 пилотов. Румыния кого-то там еще обучает, или Дания обучает еще кого-то, а Румыния даже не начала. И у нас как получается? Мы просим, вот у нас есть готовые люди, знающие английский язык, да, у них есть какой-никакой опыт, обучите их, пожалуйста. А нам Штаты говорят, ребята, смотрите, у нас тут запросы от других стран, и они поступили гораздо раньше, поэтому пусть они пройдут обучение, а вы, воюющая страна, уже как-то потом. Ну, я, может, утрирую немного, но звучит все примерно так. И я думаю, блин, так а что тут происходит? И что должно еще произойти в этой войне, чтобы нам оказывали поддержку приоритетно? Ну, как бы, потому что тут же звучат заявления, до победного конца, мы всегда с вами, пока Штаты есть, вы тоже будете и так далее и тому подобное. А на деле все как-то, ну вот, понимаете, да? Да, нормально все, Европа обосралась, это главное. До этого они думали, что Россия как бы вот типа Украину завоюет и все. И они там как бы домовятся, что-то там так и зроблять. Все. Этого нет, поэтому Европа, простите меня, действительно обделалась. Говорит, подождите, мы тоже хотим, мало ли. Сейчас Путин ядерку бахнет, и погорят все ваши F-16, все пилоты, а у нас своих нет. Но, с другой стороны, у меня, коллега, к вам вопрос. А у депутата Устиновой есть такое же удостоверение ГУРа, как у агента «Картошка» Александра Шевченко, ой, как у Евгения Шевченко? Есть чини? Я не знаю, но вы знаете, я бы не удивился, если бы через какое-то время оно появилось. Вот у Шевченко понятно, он прям с ксивой показал, выложил. И поэтому, являясь агентом ГУРа, ну или как там, он прям точно владеет информацией, кто чего не додал, передал, кого отправили еще. Ну, это если у него еще есть корка агента СБУ. А так, в общем-то, односторонняя информация. Вот так же и у вас, это мне уже украинцы объяснили, потому что я ж такая прошаренная исключительно, потому что 4 года в Украине, и очень много общаюсь с независимой прессой, журналистами, опять же, с вами, коллега. Так вот, спасибо, когда спасибо. Народные депутаты что-то такое балакают, я не хочу никого в данном случае принизить. И это не с точки зрения оценочных, прилагательных, хорошо это или плохо. Это их работа кричать аларма, потому что страна войну еще не выиграла, хотя мы думали, что вот-вот. Поэтому единственное, что могут делать сегодня народные депутаты, выходя в паблик, это требовать оружие, говорить о том, что нам чего-то недостаточно, не в смысле там, какие у нас плохие партнеры, да, а задавать вопросы. Поднимать в этом смысле общественное мнение и особенно украинцев, которые находятся за рубежом. Потому что те, кто выехали, они имеют прямой доступ к парламентам своих стран, к лоббистам каким-то. То есть они могут определенным образом влиять на правительство стран. Украинские диаспоры, которые уже многие там, оставаясь украинцами, получили гражданство, а, соответственно, являются выборщиками, на секундочку. Вот, и поэтому, ну, бузят, хорошо, пусть бузят. Мы видим, что, извините меня, от начала полномасштабного вторжения, где все сидели и глазами шморгали, и говорили, боже мой, а что же делать? То бы не было, и сказать, давайте договариваться. Ну, давайте же срочно договариваться, срочно. Тут уже Столтенберг расчехлил ядерное оружие и сказал, смотрите, что у нас есть. Будем мериться размерами, количеством.
сколько у кого возможно привести в боевую готовность, а у кого на пол шестого. И Путин такой: мы ждем. Они обещали, ну, в смысле, эти, с восточной стороны, неадекватные, они обещали нам испытания, чтобы весь мир посмотрел, что у них все есть. А вместо этого он едет в Пхеньян, где, так сказать, произносит речи русские и северные корейцы – один народ. Ну, хорошо. Что? У Лукашенко – белорусы и монголы – один народ. У Путина – русские и северокорейцы. Вот. И у них вдвоем – африканцы все. Причем те, которые за них. Те, где Чемпазанник устроил как какие-нибудь там военные перевороты и так далее. В основном, если посмотреть по карте Африки, это самые бедные страны, которые находятся ближе к северу, но не на севере. Где у нас что? Правильно, Сахара. Цікаво. Любопытненько, Татьяна. Слушайте, а вот вы про ядерку вспомнили и про Столтенберг. Это ведь серьезное заявление. Мало кто на него обратил внимание, я не знаю почему. Он говорит: ну, ребята, мы, давайте процитирую. Сейчас НАТО ведет переговоры о размещении большого количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая. Более того, это оружие нужно каким-то образом, да, сделать так, чтобы оно было в состоянии боевой готовности, говорит Столтенберг. В Европе огромное количество ядерки в состоянии боевой готовности. И это ответ на то, что творит Россия с Китаем, ну и теперь уже, я так понимаю, с Белоруссией, потому что тут как бы ядерные учения и так далее и тому подобное. А чем это все может закончиться? Может, как бы еще у нас несколько эфиров будет и все, Даня? Ну, размерами все меряются еще со времен Советского Союза. Но тогда еще были испытания. С 90-х годов их больше не было на этой территории. Не было, да. Значит, у ядерного оружия есть же разные состояния. Повышенной боеготовности, полной боеготовности. Да. Это абсолютно разные протоколы. Вот, спасибо огромное, что вы об этом сказали, потому что я хотел бы взять в таком случае свои слова назад, потому что речь идет конкретно о повышенной боевой готовности. Вот о чем речь. Да херня. Значит, но с другой стороны, это очень хороший знак. То есть повышенная боевая готовность, ну, это, условно говоря, готовы ли мы сделать полную боевую готовность. Ну, такое. Если с чем бы это сравнить. Обещать не значит жениться, да? Угу. Вот. Здесь же вопрос в чем? Что на каждое такое действие должен быть симметричный ответ другой стороны. Сегодня у нас есть очень четкое противостояние. Украина и партнеры, невзирая на то, что там на саммите мира было много всего разного, вот, ну, для меня, опять же, сюрпризов не было, кроме, наверное, все-таки Армении. Ну, там с Арменией тоже есть нюансики. Вот, потому что Пашинян там так раздухарился, а потом такой, видимо, получил пару смс-очек, что будет дальше. И очень быстро решил, как, кстати, и это с его стороны определенное решение, связанное с ответственностью за ситуацию в Армении. И он решил, так сказать, сделать шаг. Он сделал два шага вперед и один назад. В следующий раз, я надеюсь, он тоже сделает два шага вперед, один назад, ну и по итогу Армения вытоптает, вот пусть такими хотя бы медленными шагами, но в компанию цивилизованных стран. Я очень сочувствую в этом смысле армянам. Вот. Так я к чему? К тому, что вот четкая ось Украина и партнеры, Россия и, скажем так, ее кукловоды и ее вассалы. Ну, потому что понятно, что без Китая Россия вообще кто? Никто. И, соответственно, когда что-то заявляется, и в данном случае даже не Зеленским, потому что с той стороны прозвучало, если вы помните, понятно, что все это как бы больше пока слова, но прозвучало, что если F-16 будут взлетать, будут, значит, с территории сопредельных государств с Украины, которые являются членами НАТО, то они станут легитимной целью для России. На самом деле там все очень хитро придумано, потому что я нескольким людям задавала вопросы, но ответил мне только Шительман. Придумано все очень хитро. Храниться и обслуживать
F-16 будут, да, действительно, на территории сопредельных государств. Потом они будут перелетать границу, приземляться в Украине. Там на них будут навешиваться всякие бомбочки, да, все, что они должны будут делать. И вот уже с территории Украины они будут взлетать и поражать вражеские цели. Потом опять будут приземляться на территорию Украины. И потом опять улетать на хранение в сопредельные государства. Очень дорогая вещь, понимаете? И нельзя допустить, чтобы она была уничтожена российскими ракетами, которые, к сожалению, у них еще остались. Так вот, оттуда, да, это тоже сказал депутат Госдумы Картополов. Как бы не министр обороны, да, ну и как бы, в принципе, фрик, по большому счету. В принципе, у них вся Госдума фрики. Вот, но есть главные, которых в телевизор пускают постоянно, регулярно и с удовольствием. Вот, но сказано, сказано. Та сторона должна отреагировать. Саммит мира, Россия делала заявление, Китай и так далее. Всякие разные, абсолютно недружественные. Постоянно звучит, да, это всего лишь пропагандисты, но за последние 2,5 года в ядерный пепел и Британию, и всю Европу, и Украину российские пропагандисты уже превратили сотни раз. Да, все понимают, что это клоуны. Это не сказал непосредственно там кто-то из политиков, но это делает Медведев, еще кто-то. А это уже политические заявления. Поэтому, естественно, им сказали, ага, хорошо. Вот мы сейчас приведем в повышенную боеготовность. А вы так можете? Как говорится, а вам слабо? Или у вас там 3 железяки ржавые где-то, потому что все украдено до вас? Посмотрим. Смотрим, конечно. Но саммит мира – это тоже весьма интересная тема. И заявления, которые там прозвучали, тоже, знаете ли, ну, как бы, они наталкивают на определенные мысли, потому что, с одной стороны, нам о чем говорили? О том, что мы не будем договариваться с Россией. А тут, если я все правильно понял, в рамках второго саммита не исключено участие России. Возможно. В этом есть, это можно назвать, но прозвучало то, что прозвучало, что как бы, мы не исключаем, что Россия будет присутствовать на втором саммите, то есть не допускают какие-то контакты. Что произошло? Почему так получается, как думаете? Не вижу в этом вообще никакой зрадоньки по одной простой причине. На первом саммите мира все встретились, поговорили ртом в ухо, выслушали непосредственно стороны, я имею в виду, которые за нас и которые, скажем так, ну, не определившиеся, мягко скажем, да, те, которые писали коммюнике там и так далее. Все друг с дружкой поговорили. Саммиты же для чего делаются? Не только для жопщих фоточек. Там же самое главное – кофебрейки, как на любой конференции. Теперь есть некоторое время в очередной раз поиграть мускулами. К сожалению, это все стоит жизни украинцам. Стоит разрушительных, совершенно ужасных просто последствий стране. Я сейчас как раз у меня с волонтерами, я ездила в Донецкую область 3 дня, вот по мосту, по которому мы проезжали в Богородичное село, которое там полностью разрушено, 14 раз переходило из рук в руки, мы везли туда много чего нужного людям, которые туда вернулись, невзирая ни на что, у них нет ничего. Так вот мостик, по которому мы переезжали, уже поразили ракеты. Понимаете? Вот. Да. Я как-то предложила в одном из своих эфиров, знаете, я бы вот автобусы в это село с экскурсией возила, я бы после того, как мы победим, потому что это совершенно потрясающей красоты природа и вообще село, там церковь, которая разрушена полностью, там купол валяется, крест, ну, то есть сложно передать словами все это. Я бы из него сделала музей под открытым небом, да, что творят здесь вот эти вот освободители, прости Господи. Вот, так я к чему? Я к тому, что мы же не слышим ни у кого из, ну, достаточно серьезных лидеров разных держав, да, и от того же Столтенберга. Давайте, хлопцы, мы шибанем по Кремлю.
Давайте мы быстренько, значит, одну ракету на Дамас, одну на Пхеньян, одну на Кремль. Грохнем их всех за один день, решим вопрос, да, и все. Ну, нет же такого, правильно? У нас же демократы, они по-другому себя ведут. Поэтому здесь может быть только ответ. Здесь не может быть нападение, здесь может быть только ответ. И сейчас вот еще определенное количество вооружений там дают Украине. И наблюдают, что делает Москва в том числе, да. Разведка же тоже работает. Конечно. Всехняя. Разведка всехняя. И мы с вами видим только то, что нам позволяют увидеть. Но это все анализируется. И это все, естественно, определенным образом прогнозируется далее. И почему Россию готовы посадить, например, да, вот за какой-то стол переговоров, если это будет второй саммит мира. Ну, может быть, это же может быть подписание капитуляции. Или это может быть подписание обязательств вывода войск. Это может быть чего угодно. Основная задача сегодня какая? Вы заметили, как поменялась риторика за время военных действий, вот этих полномасштабного вторжения на территорию Украины? С полной там, ну, у нас-то она остается, граница 91-го года там и так далее. А невозможности, и риторика следующего характера, невозможность существования России, если она воюет. Вот это звучит все чаще. То есть, да, цинично это все жизнями украинцев. И слава богу, что есть и иностранный легион, в который приезжают те люди, которые хотят помогать. Слава богу, что у нас есть добровольческие, что у нас есть полк Калиновского, что у нас есть легион Свободной России, русский добровольческий корпус, что есть те люди, которые сегодня, на мой взгляд, делают очень много для того, чтобы отмыть от крови, в данном случае, нас, белорусов, как нацию. Русские пусть сами разбираются, не знаю, это их вопросы. Я там даже вот по русской оппозиции сужу, там программный сбой. Там уже даже, по-моему, Свободный легион не поможет. Но они все равно молодцы, понимаете? Вот. Поэтому я бы сказала так, это не зрадонька, это такое «сдавайся, фашист проклятый». Да, и мы тебе дадим теплую еду, да, кров над головой и так далее. Потому что, ну, это, может быть, это даже, знаете, как закид кому-то, кто не Путин. Типа, а давайте мы договоримся, да, отдайте Путина в Гаагу, и мы с вами как-нибудь порешаем там и так далее. Но здесь же вопрос администрирования всей этой территории. Всей этой огромной территории, на которой... не знаю, на этого головастика, на который там вот какое-то небольшое количество людей еще готовы жить цивилизованно, а огромное количество просто довели вот всеми этими телевизорами, всей этой нищетой, всей этой убогостью, всеми этими сериалами, всей этой... образованием в первую очередь, кстати, фигли, что-то я начала уже с простых историй. Образованием в том числе довели до состояния просто тупых баранов, которые очень сильно гордятся тем, что они бараны Российской Федерации. Бараны Российской Федерации. Отлично сказано. Танечка, спасибо вам большое за этот эфир. Вы знаете, всегда очень приятно с вами беседовать. Заходите спасибо. Чаще в гости. Да, всегда рада. Да, спасибо, всего доброго. Счастливо.